Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» успешно выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом «Штиль» во время совместных учений с противокорабельными комплексами «Утес» и «Бал». Об этом сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота. Согласно плану боевой подготовки, фрегат «Адмирал Григорович» вышел в море для отработки свойственных задач. Отработаны несколько зенитных стрельб по низколетящим и высотным целям с различных высот направлений в различных видах обстановки. По замыслу учений, боевые расчеты береговых ракетных комплексов должны были обнаружить корабль условного противника и выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими снарядами. Экипаж фрегата также выявил воздушные цели и успешно их поразил, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль». Поражено 8 противокорабельных ракет на максимальной дальности от корабля. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которых проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства на время маневров.